Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Англо-французский художник и иллюстратор, специализировавшийся на исторических и доисторических сценах и пейзажах, сэр Амеде Форестье. Родился в Париже в 1854 году. Его звали Шарль Амаде Форестье, и он изучал искусство под руководством Анри Лемана в Школе изящных искусств. В 1882 году начал работать в Illustrated London News, создавая иллюстрации к новостям и вымышленным историям. Создал иллюстрации для Winsdon Magazine к романам нескольких авторов, включая Уолтера Бизанта, и к различным книгам о путешествиях. Форестье стал известен своими историческими иллюстрациями, особенно тщательно изученными рисунками археологических находок, таких как «Доисторический человек». Я цитирую переводную Википедию. Его рисунки отличаются вниманием к деталям, что является следствием необходимости передать много визуальной информации с небольшим количеством сопроводительного текста в популярных иллюстрированных журналах того времени. В декабре 1911 года в Illustrated London News была опубликована серия его рисунков, изображающих сцены повседневной жизни в деревне Железного века, недалеко от современного Глансбери, деревня на озере Гланстон-Бейн. Эти сцены широко воспроизводились и считались влиятельными в формировании общественного восприятия предыстории того времени. Форестье также работал для Королевского музея Онтарио и Лондонского музея, создавая иллюстрации из римской жизни, а позже издал иллюстрированную книгу на эту тему. Она называлась «Римский солдат», 1928 год. В 1922 его рисунки «Человек из Небраски» появились в Illustrated London News. Эти реконструкции, сделанные в сотрудничестве с ученым Графтоном Элиотом Смитом, касались возможного обезьяноподобного предка современного человека на основе ископаемого зуба, найденного в Небраске. Однако этот рисунок был скорее плодом художественного воображения, чем научным фактом, и сама находка была незначимой с научной точки зрения. Помимо рисования, Форестье также писал маслом и акварелью. Умер художник в Лондоне 18 ноября 1930 года. Вот так вкратце немного о английско-французском художнике, иллюстраторе, который специализировался на исторических и доисторических сценах и пейзажах, сэр Амеде Форестье. Пока-пока, до свидания.